ей исполняется 16 лет, а значит, она уже не сможет участвовать в юниорских соревнованиях. Олеся Манойлова на ваших экранах такого же возраста. Она выполняет упражнение со скакалкой. Двадцать на колени в арабеске. Это, в принципе, тоже ноу-хау, но оригинальность за этот элемент Олеся пока не присваивают, потому что в техническом комитете предпочитают давать надбавки известным гимнасткам. Шесть и четыре. Олеся Манойлова уже довольно давно переехала из Перми в Москву. Тренируется, как и все остальные гимнастки сборной России, в Олимпийской деревне вместе со своим тренером Ольгой Ушаковой. И снова Зарина Гизикова. Множество элементов с переводом ноги из положения назад в положение в сторону и наоборот. Вот ее фирменный турлян как раз с таким движением. Хорошая сложность не только элементов тела, но и рисков, элементов с обручем. 27-750. Очень хорошая оценка. Пока это лучший результат за обруч. Но в самом конце еще выступит Ирина Чащина. А это Елена Посевина, что уже окончательно перебралась из Нижнего Новгорода в Москву. В стартовом протоколе она теперь заявляется как гимнастка из Москвы и Нижнего Новгорода.
25-850. Уровень гимнастики Елены Посевиной очень вырос за последнее время. К примеру, в этом году она стала второй на первенстве России среди девушек. А это Ирина Чащина, чемпионка мира в команде и чемпионка Европы в упражнении со скакалкой. Сегодня она выполняет только обруч и булавы. Она рассказала, что это ее любимые виды. «29-275», естественно, это победа. Алина Кабаева и Ляйсан Утяшева в финалах не выступают. У Алины какая-то травма плеча, у Ляйсан немного болит нога. Ира рассказала, что очень устала после сезона, но решила выступить, чтобы порадовать зрителей. А это награждение призеров в упражнении со скакалкой. Вера Сесина — чемпионка, на втором месте Зарина Гизикова и на третьем месте Олеся Мануйлова. Ирина Чащина поднимается на первую ступень финалисток с обручем. Зарина Гизикова пока не пропускает ни одного пьедестала. Впрочем, как и Вера Сесина. Третье место на кубке, первое место в финалах со скакалкой и вот еще бронзовая медаль. Вообще у всех ведущих гимнасток из сборной России, этот сезон был очень сложным. И чемпионат Европы, и чемпионат мира. По-моему, объездили они порядка 20 турниров. Начинаются финалы с мячом и с булавами. Первая на ковре — Зарина Гизикова. Вот это турлян имени Зарины Гизиковой, который выполняет только она. Почему-то на равновесиях каждый раз небольшие ошибки. «27-800» — ее оценка.
Но что касается выступлений или не выступлений лидеров, я думаю, что очень разумно устраивать хотя бы раз в год российские соревнования без участия ведущих гимнасток, потому что вот те девушки, которые занимают здесь призовые места, они, в принципе, могли бы войти в состав сборной любого мира, но так как в России слишком много сильных гимнасток, то они практически не попадают ни на один международный турнир и даже не могут взять медали в национальном первенстве. А это Елена Посевина, весьма оригинально управляется с булавами. Елену Посевину можно назвать хиппи в российской художественной гимнастике, потому что она со своим тренером Натальей Тишиной старается составлять такие упражнения, чтобы они не напоминали ни одну другую композицию, что, в общем-то, им удается. Вера Сесина с мячом. Великолепно выполнен поворот. Двадцать семь и девять получает Вера Сесина. Напомню, что